сегодня уже 17 января. Я сейчас шагаю в Хубэй. Вы видели, как она просто сыграет машину, я такая... Тренировка у нас в опять 12 часов. И сейчас я пошагаю, я пойду по фотку, поснимаю тренировки с Владимиром Белецким и Игорем Солодовским. И потом мы поедем тренироваться. Вот этой мадаме, короче, думали, что у нее голова не к тому месту приделана, а оказалось, что у нее просто зубы выросли. Ну, в смысле, отросли. Вы видите? Это лошадь под наркозом. Жесть. Она просто в шоке. Маленький. А насколько мне известно, сказали, что она порвала зевник, когда ей пилили зубы. Маленький. Она спит, у нее губа отвисла. Не будем замечать. Короче, сегодня была тренировка такая странная. Ну, не странная, как бы просто обычная тренировка. Сегодня у нас гораздо было все лучше. На галопе лошадь завелась, как обычно. Ну, сейчас по ней не видно, что она вообще может завестись. Нам надо было проехать маршрут из жердей состоящий. И мне сверху казалось, что это просто ад. Ну, вот так вроде ничего. Ну, как бы, нормально все. И Игорь Викторович подошел к ней, когда он стоял в солярии. И потрогал ей затылок и сказал, может быть, дело что-то в затылке, и надо сделать рентген. Вот сейчас он стоит после клиники. И выяснилось, что с головой не в порядке. А зубы у нее как раз таки не в порядке. То есть они были запущены ужасно. И ей подпилили. То есть, вы посмотрите, она просто спит. Точнее, даже не спит, а какое-то такое расслабленное состояние. Да. И абсолютно похоже, что я с ним делаю. Итака. Long piece see your beauty in the bathroom. But a long piece smell your sweet perfume. Boom, bang, 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 fatty boom. Bang, 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 fatty boom. Вы не поверите, но я опять сегодня. А, кстати, сегодня у меня все-таки сломался сапог. Я забыла вам сказать, что у меня плохо стало со сапогами еще вчера. И молния на одном из них расходилась при каждом моем шаге, но работать мы как-то смогли, ничего не произошлось, но вот он как-то отшлось вообще. В общем, сегодня мне стала надевать мама, и он сломался. Ну, я просто не знаю, что делать, если в четверг нам привезут уже ботинки с сапогами на старты, ну, ботинки с крагами, то сегодня мы уже не знаем, что делать, и пришлось попросить у Вали ботинки с крагами. Спасибо тебе, Валя, большое, прям от всей души. Вот так вот мы и живем.